А можно ли про Джульетту? Обожаю, написано, сердечко нарисовано. Песня-то про Вартана, правильно говорит Коля. Скорее про Вартана, чем про Джульетту. Ну, хотя называется она «Вардан и Джульетта». Правильно, оказывается, «Вардан». Вы знаете, я-то думал «Вартан и Джульетта», а мне нативные армяне из города Парижа, они мне сказали «Вардан». Ну, ладно. «Вардан и Джульетта. О любви и о санкциях» называется эта песня. Армяне в зале есть? Ну, хорошо. А то я пою с акцентом армянским, мало ли. Ну, хотя армяне никогда, ни разу никто не обиделся на эту песню. Меня даже как-то армяне приглашали, так сказать, на частную такую вечеринку только из одной песни «Вардан и Джульетта». Остальные песни, они благосклонно, так сказать, ну, потерпели. «Вардан и Джульетта. О любви, о санкциях». Сочинский отель, там туристы, иностранцы, разные канитель. И одна там англичанка рыжая была, и Вардана полюбила, как с ума сошла. И она так говорила среди англичан: я, говорит, такой красивый сроду не встречал. Мы с тобой должны жениться, кстати, чтоб ты знал. Мой отец большая птица, лорд и адмирал. А Вартан сказал: гражданка, я вас огорчу. Лорды, морды, я не знаю, женить не хочу. Англичанка бедней стала красной, как трамвай. Лис спросила: почему? По-английски why? Ара why, why? Why, 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 why? Ара why, why? Why, 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 why? Ара why, why? Why, 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 why? Ара why? Трубку так кричал, что папа лорд в палате лордов учинил скандал. Говорит этот рассец уже, как себя ведет. Мою дочь какой-то бармен замуж не берет. Тут собрались Путин, Шмутин, говорят: Вардан, говорят, зачем ты дразнишь этих англичан? Там скандал международный, санкции грозят. Че ты как ишак уперся, ара, так нельзя. А Вардан сказал: я Ашоту должен денег, скоро заплачу. Больше ничего не знаю, жениться не хочу. Их пример звонил Вардану, долго материл. А потом устал и просто тихо так спросил: ара, why, 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 ара, why, why. Он и женился, и уехал в туманный Альбион. Там живет в каком-то замке с высоким потолком. У своей Джульетты рыжей весь под каблуком. Он там бедный ест овсянка, пудинг на обед. Ни долма, ни бастурма, там даже хаша нет. Он тоскует по России, прямо исхудал. Но, между прочим, долг Ашоту так и не отдал.
Здесь мораль простая очень и понятный всем. Армянин жить должен в Сочи, а не Бирмингем. А второй мораль такая: Запад нам не друг. Второй мораль такая: Запад нам не друг. Это второй мораль такая: Запад нам не друг. Никто не хлопает. Правильно. Зачем плясать под их волынка, если есть дудук? Аравай, вай, 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 аравай, вай, 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 аравай, вай, 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 аравай, вай, 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 вай. Николай Григорьев, Михаил Махович.